Камчатка готова по поручению президента обеспечить младших школьников бесплатным горячим питанием. К такому выводу пришел замминистра просвещения страны Андрей Николаев по итогам рабочей поездки на полуостров. То, что мы увидели, позволяет нам действительно с оптимизмом смотреть на реализацию этого проекта, как в Петропавловске-Камчатском, так и вообще в крае в целом. Потому что мы действительно констатируем высокую готовность школы, понимаем, что те 4 школы, которые на 15 июля не соответствовали еще до конца всем требованиям, что они 1 сентября этим требованиям будут соответствовать, и более того, условия для организации питания, которые там были до настоящего момента, они в значительной степени сейчас будут улучшены благодаря тем ремонтным работам, которые как раз сейчас администрация активно и делает. Замминистра просвещения посетил школу номер 42 в Петропавловске. Здесь завершается модернизация обеденного зала. Мы как раз видим ситуацию, что коллеги проводят действительно очень колоссальную фундаментальную работу по приведению школы не просто в готовность, а даже по расширению, собственно говоря, возможности по питанию детей. Вот те ремонтные работы, которые сейчас производятся, они, как мне сейчас показали коллеги, позволят увеличить площадь обеденного зала и увеличить количество посадочных мест. Крайне важно, это как раз именно путь в сторону четкого и полного выполнения тех поручений президента Российской Федерации и, собственно, движения в сторону реализации нашего проекта. Напомним, что ремонт обеденного зала – это второй этап работ по модернизации в школе номер 42. Так, в 2019 году в учреждении обновили пищеблок. А мы вот для себя открыли в прошлом году вот этот котел. В нем, то есть мы всегда варим 3 кастрюли больших, борща, супа. Теперь все варится в одном котле. Теперь боимся, что нам на том котле. Добавим, что в этом году из средств краевого и муниципального бюджетов выделено 57 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы школьных столовых. В следующем году эта работа будет продолжена.